Продолжаем работу в прямом эфире на Думской ТВ в формате «Вечера на Думской». Финальную часть посвящаем нашей теме, которую обговариваем последние полтора часа. Это народные депутаты-прогульщики. Стоит ли их наказывать, а главное, как? У нас в студии Леонид Штекель, общественник. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. Как рычаг воздействия? 50%... Гражданскую казнь устраивать, знаете, шпаку ломать там головой, как делали в средневековых городах. Кроме шуток, что можно сейчас сделать для того, чтобы гривна уже не вариант, мы это поняли. Вы знаете, я хочу сказать, что вот гражданская смерть в средневековых городах была очень серьезна. Ну, у нас, к сожалению, все моральные принципы, они как бы все липовые, к сожалению. Вот. Понимаете, это вопрос очень непростой. Надо здесь во-первых, нужно понимать, исходить из того, как происходит в других странах это. Ну, вот, в Исландии лишают, например. Это же тоже очень важно. Дело в том, что, понимаете, в Польше тоже. Что? В Польше лишают мандата, в Исландии та же история. Ну вот я знаю по Израилю, там менее жестко относительно того прогулов. Там, как бы, если человек есть наказание на этом. Но там очень четко, там же другая совершенно система. То есть, если депутат одну каденцию, одна зарплата, если две каденции, другая зарплата и так далее. Кроме того, это играет на получение денег партии во время выборов. Это все играет очень, там огромная система различных плюсов и минусов. Вот. И там, кстати говоря, в израильском кнессете, если был бы момент, когда проголосовал за другого, то он бы вылетел в тот же момент. В тот же момент вылетел. Для меня гораздо больше интересен вопрос не прогульщиков, а тех, кто голосует за 2-3 и так далее. И тому подобное. Кнопка «давы». Да. Вот это, то есть за это нужно выгонять сразу из Верховной Рады. Ну, у нас в облсовете опа-блок не гнушается. Кто-то делает, должен вылетать сразу, на мой взгляд. Что касается вопросов прогулов, понимаете, в чем дело? Вопрос заключается в чем? Что не существует никаких моральных критериев работы Верховной Рады. Ну, то есть, я не верю, что Верховная Рада проголосует за исключение людей за прогул. Вот я в это не верю. Потому что никто не будет рубить сук, на котором он сидит. Все так или иначе это делают. Вопрос заключается, у нас же, помните, так, честно давала статистику по тому, сколько людей. Это вообще кошмар. То есть обычное явление, когда чуть-чуть не хватает до... Хорошо, но вот города. Исключать из руководства комитетов могут ведь. Ладно, не штрафовать, ладно, не лишать депутатского мандата, но вот понимаете, руководство здесь, комитетов... Здесь вопрос обсуждения этого, на мой взгляд, больше смахивает на обсуждение... Какие селениты? У них большая голова или маленькая? Они высотой 3 метра или 2 метра? Верховная Рада откажется голосовать за это. А давайте прямо сейчас узнаем у Вадима Денисенко, народного депутата Украины. Вадим, приветствуем вас, добрый вечер. Доброго вечера. Как вы относитесь к инициативе Андрея Прубия по поводу штрафов? И будете штрафов? Ли за это голосовать, вот что важно? Ну, я вам скажу, что, в принципе, вся идея курсует уже больше, чем 1,5 года. Тобто ми її проговорювали, ну, приблизно рік тому вже там майже дійшло до того, що фактично було домовлено, що буде голосити це діло. Зараз, наскільки я розумію, подібний законопроект підготував в тому числі і Олексій Мушак. Тобто, в принципі, чи є під це голоси, тобто я можу сказати персонажа, я буду голосувати. Але чи є під це голоси, я, чесно кажучи, не впевнений. Ну, от прозвучало мнення Тараса Черновила по поводу того, что 70 народных депутатов еще как-то нуждаются в зарплате, и это является их основным доходом. Все остальные так или иначе имеют доход с других источников. Вот вам кажется, это может действительно повлиять на посещаемость Верховной Рады? Понимаете, как бы гроши вплывали на посещаемость, в принципе, я думаю, что тогда никто в Верховную Раду очевидно не ходил бы. Але в даному випадку тут немає прямої кореляції між тим, ходить депутат і працює депутат, чи депутат прогулює. Тому що, в принципі, у нас є приклад, там, найбільший прогульщик всіх часів і народів Рінат Ахметов з однієї сторони, а з іншої сторони людина, яка свого часу там декларувала одні з найбільших статків, це Ігор Насалик, був зараз міністр енергетики, був одним із самих дисциплінованих народних депутатів, поки він був в Верховній Раді. Тому я тут, розумієте, тут немає прямої кореляції.
Тому як би прямо так от, знаєте, сказати, що точку А в точку Б, тут такого прямого проходу не буває. Если не штрафы, то какие еще меры можно применять к народным депутатам, чтобы они были эффективными? Ну, насправді є лише три варіанти, як можна вирішити це питання. Перший варіант – це штраф, хоча я думаю, що він буде спрацювати, але не буде там 100% там, результату. Є варіант абсолютно міфологічний про те, що люди почнуть дивитись на це діло і про це за щось голосувати чи за когось голосувати. Але там сьогодні слід приклад того самого Добкіна, який ну явно було, що людина не в адекваті на перший раз. Повірте мені, це тенденція, скажіть, поділіться точніше, часто от ви наблюдаєте його в такому стані? Ну, ЗМІ його показували протягом останніх півроку рази 3-4. Тобто тільки те, що попадало в кадри ЗМІ. Сьогодні він заявив про те, що в нього є проблеми з неврологією, ну, не знаю. Я не лікар, я не буду робити діагноз. Але я хотів би сказати про те, що, в принципі, от зараз всі побачили, як там поводиться Добкін, всі побачили там статки багатьох людей, але це не значить, що за цих людей голосувати не будуть. Точно так же не впливає на виборця те, як працює депутат в Верховній Раді. Важливо тільки те, як він роздає чи не роздає певні продукти на свої вибори. Частіше за все. Не завжди, але частіше за все. Третій варіант, з моєї точки зору, більш ефективний, але на нього 100% ніхто не піде. Це варіант, який я завжди обстоював, це варіант, той, який працює на сьогоднішній момент в Кнесеті Ізраїля. Коли голосування відбувається не в більшості від, ну, не 226 голосів в перекладі на нашу мову, а в простій більшості від тих, хто в цей конкретний момент присутній в залі Кнесету. Якби ми знали, що так буде голосування, повірте, посіщаємость була б в рази більше. Тому що кожен би розумів, що якщо він не прийде, в принципі, це будуть проблеми для його фракції, для його партії, для тих чи інших законів. Скажіть, а от така ідея, як створення інституту пристава, в який повинні будуть слідити не тільки за порядком на засіданні, але й за тим, хто їх прогулює, ефективно чи ні? Ну, в цьому конкретному випадку це... розмова ні про що. Ну, вибачте, але моя точка зору, що це на сьогоднішній момент, ну, от як ці пристави будуть дивитися, прогулюють чи не прогулюють. Тобто людина прийшла, зранку зареєструвалася, а потім не голосує. Тобто право народного депутата не голосувати. Він прогулює чи не прогулює. Ну, тому я в даному випадку, я вважаю, що силові методи, насправді такі прямі силові методи, вони ніде в світі не працюють, коли треба організовувати певні речі. Но что скажете по поводу вопроса морали? Вот есть какое-то такое ощущение, что народные депутаты-прогульщики испытывают какие-то, ну, назовем это угрызения совести или там какую-то вину по случаю своего прогула? Или этого совершенно нет? Ну, разумеется, мораль – это речь дуже индивидуально, тому мені тяжко говорити про середню температуру по палаті. Я думаю, що кожен тут повинен говорити про свого конкретного депутата. Спасибо вам, что нашли время и включились к нам в эфир. Вадим Денисенко, народный депутат Украины, был у нас на телефонной связи. Леонид, уже коснулись очень серьезной темы. Верховная Рада приняла же весной прошлого года, этого года, пакет реформирования Верховной Рады, который включает в себя и приставов, там, и наказание. Я считаю, что вообще это нонсенс на ситуацию, потому что, понимаете, если есть силовые методы, то почти 100% они будут использоваться правящей партией против оппозиции. Поэтому очень осторожно я бы к этим вопросам относился, к силовым вопросам. Потому что за порядком сегодня следит за порядком, а завтра он, если он получит какую-то власть, пристав, он получает власть над народным избранником. Это очень опасная штука. С этой штукой очень, очень опасно играть. Поэтому я вообще противник вот таких вот всех этих вещей. С другой стороны, это прекрасно. И, кстати говоря, из игры с кворумом тоже. Но здесь возникает очень существенный вопрос. Во-первых, на сегодняшний день Верховная Рада, на мой взгляд, она не является полноценным парламентом. В том плане, почему? Во-первых, очень большое количество депутатов вообще неизвестно. То есть они не потому, что они не ходят, они вообще не выступают, им не допускают выступать. Существует определенное квотирование, кто может выдвигать законопроект, кто не может выдвигать. Вот упомянутый Добкин за время своего пребывания в Верховной Раде не подал ни одного законопроекта. Ну понятно, Добкин это фигура, как говорится, уникальная, а здесь все понятно. Тем не менее, у него же есть избиратель. Да. За него же люди голосовали. Да, но понимаете, в чем дело? Наши же люди голосуют не за, а против. Это стандартная процедура.
голосуют против кого-то, а не за кого-то. Это стандартная, к сожалению, процедура с нашим избирателем. Поэтому лечить эту процедуру тем, что там наказывать его, ну, это бесполезно на самом деле. Здесь же избиратель пока не будет, пока избирателя не будет волновать по-настоящему, здесь ничего не изменится. Но я повторяю еще раз, что вот здесь очень сложно переделать процедурой, там, регламент изменить, что там не будет, это тоже не будет играть своей роли. Потому что принципиальный момент заключается в чем? У нас есть в Верховной Раде две категории депутатов. Те депутаты, которые там предлагают, выдвигают и так далее, те, которые голосуют или не голосуют. Это процедура искусственная, конечно, во многом, но это очень плохо на самом деле, потому что депутат вообще, как бы, вот это вот выстраивание депутатов первой и второй свежести, оно неизбежно налагает ситуацию, когда депутат вообще не чувствует своей важности того, что он есть. Это же тоже играет свою роль. Люди почему прогуливают? Потому что они знают, что от них ничего не зависит. Тоже, такой момент тоже играет очень серьезную роль, понимаете? Ну как это, когда целые законопроекты не могут рассматривать, потому что недостаточно количества народных депутатов? Я могу почти 100% вероятно сказать, что законопроект не рассматривается по другой причине. То есть люди не ходят в данном случае, когда по конкретным законопроектам, именно зная, потому да, что это будут рассматривать. Это идет игра по законопроекту. Может быть, фракция сказала «да», а человек не хочет это поддерживать. И он не приходит, понимаете? То есть здесь очень трудно сказать заранее. Мы же не знаем, нужно каждый конкретный закон разбирать, кто там был, кого не было, сколько было, почему не было. Может, он против этого закона. Понимаете, когда у нас законы принимаются с пулеметной очереди, то я помню, когда вот я смотрел этот закон по реформированию, в этот день принималось безумное количество совершенно разных законов. Никто вообще не читал, закон принимался за 15 минут. Но... Или наоборот, было согласие до этого. Да, но дело в том, что в любом случае, ну не может закон за 15 минут быть принят, понимаете? Какие-то должны быть обязательно обсуждения. Но обсуждения колуарные присутствуют сейчас, они имеют место. Ну, понимаете, Верховная Рада принимает невообразимое количество законов за тот период, который вообще эта ситуация, когда мы принимаем, на каждый чих принимаем закон или изменение закона, это вообще нонсенс, вообще, честно говоря. Это вообще парадоксы постсоветской системы. И вообще ни в одной стране мира такого не существует. То есть в всем мире парламент принимает за год там, 5-10 законов, 15 законов. У нас в день принимается в 10 раз больше порою, ну, в 5 раз больше, чем принимает какой-нибудь парламент за весь год, понимаете? И естественно, что качество этих законов нулевое. Естественно, ну, это же вечный вопрос. Давайте все же резюмируем. Что делать, чтобы хоть как-то дисциплинировать? Понимаете, здесь тут вопрос дисциплинирования Верховной Рады, это вопрос, не касающийся, на мой взгляд, самой Верховной Рады. Это вопрос ситуации с законодательством, ситуации того, как принимается законы, как они трактуются. Должны суды трактовать закон. То есть здесь есть нюансы, которые должны делаться, но это меняется вся структура законодательства. То есть вся структура – это не кризис Верховной Рады, это кризис всей структуры парламентаризма в Украине. Это просто проявление его, то, что люди не ходят туда. Понимаете, это просто проявление кризиса парламентаризма, который заключается в очень многих вещах. И в избирателе, и в системе формирования законов, и в системе формирования власти. Это просто проявление этого кризиса. Так мне кажется. То есть пути выздоровления только одни, это полное реформирование. Да, это политическое реформирование страны, но это неизбежно. Мы так и не сделали политическое реформирование, мы только говорим об этом. Никакое политическое реформирование не сделали. Но вы видите возможным вообще это реформирование или в таких условиях? Ну, понимаете, я всегда являлся сторонником проведения учредительного собрания, которое обозначило новые правила игры. Я считаю это важнейшим вопросом. То есть я вообще, честно говоря, считаю, что после Майдана нужно было проводить учредительное собрание, принять новую конституцию, новые правила игры и с этим правилом играть. Это был единственный нормальный реальный путь. Но депутаты посчитали, что они не хотят отдавать свою власть, и у них ее не забрали, и вот в этом все происходит. То есть я вот эту систему нельзя по кусочкам забрать. Она вся гнилая, понимаете, вся гнилая. Ну, не очень оптимистично заканчиваем. Спасибо вам за вашу позицию. Будем надеяться, что народных депутатов или силы как-то перевоспитают, или сами перевоспитаются. Или Бог. О, у меня была знакомая в советское время, которая говорила, нас спасут только инопланетяне. Ну, давайте вот понадеемся на себя. Ну, или, возможно, вырастет новая плеяда сознательных украинских политиков. Плеяда вырастет. Да. Подождем, может быть, увидим. Да. Спасибо вам еще раз, Леонид Штекель, активист. Обсуждали наказание народных депутатов, которые являются прогульщиками. Ну, на сегодня у нас все. Прямо сейчас передаем слово Алле Есиной. Она ознакомит вас с финальным выпуском новостей, а мы увидимся уже завтра. До встречи завтра. Всего доброго. До свидания.